Всем привет! Я еду сейчас на форум блогеры Беларуси, посвященный информационной безопасности в социальных сетях. На всякий случай взяла с собой кроссовки, потому что мне так непривычно в туфлях ходить, как девочка. Я так сильно женственность активно свою не использую. Вот такой у меня сегодня лук. Ну, я в туфельках. И кроссы на всякий случай, пакет с собой взяла, кроссы и водичку. Ну, и сумочка небольшая. Так что погнали. Сегодня будут интересные гости, интересное общение, куча эмоций. Я просто вся в предвкушении. Погнали. Ребята, сегодня я не с вами, но душой я с вами. Традиционная встреча на спектре. Встречают ребята силовиков с национальными флагами. Мои любимые патриоты. Сегодня, к сожалению, у Леночки другое мероприятие. Не, ребят, мимо своих любимых патриотов я не смогла пройти мимо. Надо подснять, кто там уже собрался. Так, я видела просто, как Сабина ехала, но она меня не заметила, не узнала. Привет! Я чисто заскочить. Давай обнимашки. Всем привет. Кто ой, тут у нас? Кто тут у нас? Всем привет! Всем привет! А еще Сергея нету, Сергей есть? Вот что у нас тут такое интересное. Да, у меня тоже дали. Такая штука есть. У меня есть тут вчера. Ну я же на блогеров. Вот, спасибо. Спасибо. О, поехали. Так я же на эту встречу блогеров еду. Привет, Сергей, привет. Доброго. А вы уже. Так, сейчас снимем Сабинин плакат. Вот он! Ого! Ничего себе, какой красивый! Ребята, мы с вами! Слушайте, а как сегодня с погодой повезло? Вот иду сейчас на этот форум блогеров и просто ловлю кайф. Коммунарка так красиво оформлена. Впереди парк Горького, и я думаю, что он уже открыт для посещения желающих всех. Леночка, это вы? Это я. Вовремя я начала снимать. Я просто хотела подснять, где у нас будет мероприятие. А, здесь охраняю. Всем привет, человеки. Леночка, привет. Ну что расскажешь, какие ощущения, предвкушения от предстоящего мероприятия? Ощущения жесточайшие. Поздравляю с тем, что ты уже нашел работу. Да, да. Там женский коллектив, теплый женский коллектив. Да, но я еще не влился. С первой зарплаты ввалюсь в коллектив. Стремительно вольешься, да. Ну, пока, да, разбираюсь там, что к чему, как этот. Привет всем! Мы вещаем из города Герой Минск. По возможности будем говорить то, что можно говорить. Да. Потому что информация закрытая. Сами понимаете. Секретные секреты. Есть что обсудить. Да. Давно уже ждали эту встречу. Вот. Че, у вас там как дела? Все, погнали. Привет. Погнали. Лайки. Подписки, колокольчики. И мне не забывайте, а то у нее.
А то у нее первее выходит. Вот только вставь это в канал. Ну потому что это первая заповедь журналистики. Оперативность, Антон, оперативность. Да, не вырезать, потому что не забывайте ко мне. О, я этого блогера знаю, прикол. Здравствуйте. Привет. Здравствуйте. Прикол. Ничего себе поснимала. Привет. Сейчас. Чест! Привет! Какие неожиданные люди, давно не виделись. Они так и еще неожиданные. Давай обниматься. Давай. Здесь тут интересные люди, смотри, иди знакомься. Здравствуйте, город Солигорск, Родион. Значит, чувство права. Это был давно. Вспоминайте, Артем. Мы об этом открылись, значит, Родион. Очень приятно. А вы кто? Блогер чисто. Ютуб, Ютуб, это же у нас ТикТок, а это же у нас Ютуб. Значит, излагаетесь с ними, да? Ой, 2017 еще. Знаешь, скорее всего, это давно было. А я в карман положила. То, что здесь нету. Ну, ладно. Так что? Ой, а кто это у нас там идет? Белорусский союз журналистов. Андрей. Родион. Очень приятно. Ну что, пойдемте навстречу. Пойдемте. Вот здесь мы сейчас будем заседать. Здравствуйте. Да я здоровый тебе указан. Дмитрий Николаевич, собственной персоны. Куда рюкзак? Рюкзак, иди сюда, можно прямо здесь поставить. Так тебе можно садиться, Сема, да? Можно. А, хорошо. Я решила просто поснимать, в каком помещении мы будем заседать. Здесь мы регистрируемся. Сам ты зарегистрировался? Да. Как не пил? Чего? И там есть классный выход на террасу. Опа! Опа! Сам, плохой. Потом с другого аккаунта заходишь, ставишь лайк, на свой же комментарий с других. Потом человек заходит, вообще левый какой-нибудь. Да, и даже Дмитрий Беляков, дорогой, с нами. А я сегодня даже заехала на спектр, Димочка. Я там был тоже. Я заехала, да, наших патриотов любимых поснимала. Поэтому вот такое веселье. Город, прекрасный город. Ага. Здрасте. Так, здесь мы регистрируемся. Сам ты зарегистрировался? Да. Как не пил? Чего? И там есть классный выход на террасу. Опа! Опа! Сам, плохой. Потом с другого аккаунта заходишь, ставишь лайк, на свой же комментарий с других. Потом человек заходит, вообще левый какой-нибудь. Да, и даже Дмитрий Беляков, дорогой, с нами. А я сегодня даже заехала на спектр, Димочка. Я там был тоже. Я заехала, да, наших патриотов любимых поснимала. Город, прекрасный город. Ага. Здрасте. Привет. Ладно, сейчас освободиться. Пока можно поснимать, надо снимать. Потому что потом, как засядем с этими лекциями, да? Кто? Александр, мы сегодня лекцию вашу будем читать? Не, меня не... Что? Кто тут у нас? Стрим у нас. Ты на улицу? А чего он ляжет? Не столько стримов идет, наверное. Не, я не стримлю, я же куски видео записываю потом в Муваве. Объединяю. Вместе с Дюжем мы увидим, как тяжело в этом мире сейчас держаться. Да? Новые центры силы возникают, новые какие-то... А Ксения где? Тиктокер.
Посмотрите, кто у нас тут. Смотрим. Григорий Озаренок. Респект и уважуха, брат. Сейчас фотосессия, все. Привет, слава! Привет, слава! Убежал, а привет! Кто у нас здесь? Привет! Домой! Я... Так, сейчас мы... Давайте еще вместе. У вас вот там готовность. Здесь лучше? Да, не вопрос. Наши любимые блогеры. Ребят, кто еще не успел отключить звук на телефонах, включите, пожалуйста. Ты обратно в среду? Ну. Кость, в среду назад? Костян, здесь Костян придобавила, прикиньте. Во вторник же. Я знаю, там учиться. Да. Я в среду на вторник. Да. Кого мы еще ждем, я не могу понять. Кого мы ждем? Непонятно. Непонятно, непонятно. Туда можно. Здравствуйте. Ничего себе, ничего себе. Так, и Михаил Малышев присоединился к зале. Куда встать хотел? Я знаю. Я Вячеслав, а вы? Елена Курхинен. Да. В Инстаграме как? Я в Ютубе блогер. В Ютубе блогер. А вот это Мирославянам, вот это чат-рулетка, вот этот мужчина. Это в Ютубе? Да, Ютуб, это Ютуб. А почему в ТикТоке нет филиала вашего? А мне не интересен ТикТок, мне кажется, не интересен, вы просто можете Ютуб нарезать и выкидывать, и все. Можно. Ну, в том, что мы проигрываем, надо больше в ТикТоке, наверное, и в Инстаграме. Потому что мы Ютуб с телефона не так заходим. Ты уже все уже пошел доклад или что? Нет, еще собираюсь. А кого мы еще ждем? Кто еще опоздал? Белорусочки нету, Стюши нету. Все были заявлены. Ох уж эти девочки, вечно они опаздывают. Они же накрасятся. Нет, у нас есть еще девочка. Работать не могут. А я на Уручье, а я на Уручье. Приезжай ко мне в Ратушу. Пахнет нормально. Осторожно, цветок. Нет, Костя, Костя, кури там. Ты куришь? Нет. Нет. Что я делаю? Не вернула, да? Которую у нас набили. Нет, вроде вернула. Я вот на стриме, на стриме у ДТВ я сказал, нам обвиняют, поливают грязью Сталина, да? Почему? Ну, потому что свою грязь хотят обвинить. Так, давай. Когда нам говорят о Сталине, о сталинских репрессиях, почему-то забывают, что человеческий зоопарк в Брюсселе закрылся в 1958 году. Блин, так Лен, сфоткай. Лен, сфоткай. Что это? Враги Украины. А я на видео снимаю, так что... Привет Зеленскому. Я дольше всех. Так что все ваши комментарии... Меня посмотрите. На меня посмотрите. Ты совсем не дал? Не-не-не. Я не дам. Ты вообще молодая. Молодой город. Молодой город. К ним пристроиться. Ну давайте вместе. Когда еще увидишь столько блогеров в одном месте, друзья? Я видел секундочку, ставь вот так вот. Давайте. А, просто там чаще попадает солнышко. А, кто-нибудь? Люд. Юля, идите к нам. Иду я к вам всем. Разбавляй. А кто тут у нас? Мирславянам, вот у нас кто здесь. У кого мой телефон? Да вон на фотоаппарат смотрим, потом все скину. А у кого вы все? На миротворце видите фото. Там ищите, вы встаньте, пожалуйста. Там, вы ж поймите, ну если они туда... Там 400 тысяч российских граждан. Уже 450.
если хоть один. Им пока повезло, что из не попали в деда убитого снайпером. Из погибших нету не россиян. Да, ребенок этот пятилетний, не российский не гражданин. Вот как только они пару раз попадут в российских граждан, поверьте мне, там до Киева не остановятся. Ну это же как было с Грузией. Уже ж прошли лишь 100 километров, потом, ой, ё-моё, разлетелись. Да тут вообще проплачены кольца. То же самое там будет. Ну, не очень бы хотелось, конечно. Ну да. Это вот номенклатура. Нет, ну у нас такая должная нашим, скажем так, партнерам из океана. Они добились чего-нибудь. Вот что они могут, и вот каким способом нам приходится бороться. Проходит сутки, там нужно сутки выдержать, я создаю новую страницу. Проходит 10 дней, меня блокируют слово, понимаете? Вот как? Да? За что? За то, что я там опубликую фотографию или видео с Озаренком, да, или с Придыбайло, с теми, кто, ну вот, вот она реалии жизни современных блогеров. Чем мы отличаемся от журналистов? Тем, что мы, можно сказать, ну, наверное, более бесцензурны, так скажем, да, у журналистов все-таки есть какой-то регламент работы, какие-то темы, которые они, наверное, нужно им согласовывать. У нас все более жизненно, естественно, все от души. И чем привлекаем мы телевидение и просто людей, когда меня встречают, например, меня заблокировали страницу, я иду в магазине в Гипо с ребенком, меня просто девочка встречает, говорит: Юля, это вы? Где сегодня ваши сторисы? Юля, я сегодня утром просыпаюсь и не вижу, как вы там поехали в садик, ребенка отвели, там, давайте возвращайтесь. Да, Тань, меня заблокировали, ну, пожалуйста, пожалуйста, возвращайтесь. Ну, не... Mm-hmm. Ну, это понятно. А кто будет вместе? После 3-4 вы приходите к нам. На мере же один. И честно сказать, Дмитрий, а хрен его знает. Надо вот в этот момент еще видео снимать, да? Но у меня на Перцова есть давление. Когда и Радьков был доверенным лицом Саша. Я вел мероприятие от Радькова. Здравствуйте, мы с вами вчера виделись. Я вас помню. Здравствуйте. Маши, Андрей. Мы тоже не хотят висяк брать. Ну что ты? Поговорила. Поговорила, и что? Возьмут, наверное. Сказали резюме отправить. Мне кем? Он кем электронный адрес дал, ящик. Давай отойдем в тенек, потому что ты здесь бликуешь. Бликую? Да. Кем тебя возьмут? Ну, сначала резюме, то есть как бы отправляешь... Ну, резюме, что твои данные какие-то, да, что ты умеешь делать, заслуги, там, танцевать, да. Пироги печь, допустим, или что, с мужчинами общаться. В общем, я отправляю резюме, и они будут его рассматривать. Резюме. Да? Да. Погода сегодня хорошая. Да, согласна. Родной страны, так как на нее идут нападки с других стран, ждет такая, ну можно да, называть своими словами, война, информационная война. Поэтому люди, которым не безразлична своя страна, Беларусь, должны высказываться и защищать ее всеми способами, вот как мы делаем, блогеры, журналисты, показывать позитив, говорить о том, что мы уже сделали, развиваться в позитивном ключе. Поэтому... Да, вот смотрите, там был просто крик души тогда, и тогда так вся страна жила, ну, первую неделю после того, когда мы там не ели, не спали. И вот это просто тогда у меня получилось
какое-то, не знаю, мне посчастливилось воплотить и выразить чувства всей страны на тот момент. И слава Богу, что тогда нам говорили, что там, убьем тебя, задушим, ты там такая-сякая, ну, пытались же подавить максимально тебя, чтобы буллинг, там, буллинг. Вылезла, да. Слава Богу, теперь мы видим, где мы и где они. Мое солнышко любимое стоит, меня ждет. Так, ставим лайки, Юли. Вот смотрите, Антохи. И Ленусик. Ленусик. Да, блогер Антон Шабашов. Хорошо, спасибо. А вот, блин, не понял, как всегда. Заряжен, нормально. Да, все хорошо, Костя, спасибо. Так, пошли в зал, уже нас позвали. А это вы